Спонсор бизнес-новостей – магазин сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех». Всегда выгодно и комфортно. Попыт безумия. У каждого второго ребенка в павлодарских дворах есть игрушка антистресс. Эти резиновые разноцветные модели просто заполонили прилавки. Как нам рассказал один из продавцов крупной сети специализированных отделов, каждый день он продает по 200 подобных фиджетов. Причем бывает даже, что родители соревнуются между собой, приобретая более дорогие попыт модификации. Конечно, взяли, все берут, и наши взяли. А дорогая игрушка, нет? Сколько стоила, не помните? Мы за 1000 брали, 1200. Ну, побольше такая, квадратненькая. Ну, я думаю, она бесполезная. Она не несет никакого развития ребенку. Ну, вы своим, тем не менее, купили или нет? Да, выпросили. Дорого стоило? Нет, 1200. Ну, есть и по 600 вроде, да? Пупырчатая зависимость привела нас прямиком в кабинет психолога. Чтобы понять, несут ли вред такие игрушки детской психике, мы обратились к ведущему специалисту в этой сфере, Татьяне Кравцовой. Эксперт говорит, опасность себе таит не сам попыт, а то, почему ребенок взял его в руки. Значит, тревога и волнение все же одолевают его. Вот это действительно фактор, требующий внимания. Ко мне приходят клиенты, некоторые тоже берут подобные игрушки и начинают во время консультации перебирать пальчиками. Что происходит в этот момент? Они могут говорить более свободно и легко на темы, которые их волнуют. Давным-давно ученые заметили, что развитие мелкой моторики напрямую связано с мышлением и напрямую связано с речевыми центрами. Все зависит от меры, ведь если вот множество таких конфет скушать, тоже будет вредно. Игрушки антистресс широко распространились по всему миру. В соседней России пенсионеры даже записывают вот такие обращения с просьбой запретить их продажу. Якобы это все проделки Запада с целью затуманить ум и разум молодежи. А пока резиновые пузырьки легально лопают миллионы детей по всей планете. Опустели футбольные поля и детские площадки. А где же вся ребятня? В ТикТоке или играет в попыт, ответят продвинутые родители. И хоть специалисты и говорят, что вред психике ребенка от таких игрушек минимальный, но все же предостерегают и говорят задуматься о здоровье. Ведь не секрет, что большинство таких игрушек сделаны из некачественного материала – пластика с применением фенола. Артем Буланов, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Гранты от 2 до 5 миллионов тенге могут получить предприниматели по дорожной карте бизнеса 2025. Прием заявок запланирован на 28 июня 2021 года и будет продолжаться по 2 июля. С 10 до 17.00. Специалисты рекомендуют воспользоваться электронной формой через информационную систему Coldau.kz. Кроме этого, необходимо прикрепить полный пакет конкурсной документации. Основными условиями для участия это, в первую очередь, наличие бизнес-плана, а также софинансирование в размере 10% от суммы гранта. От этого критерия освобождены социально уязвимые предприниматели. Также обязательно наличие сертификата о прохождении обучения в рамках дорожной карты бизнеса, либо программы «Янбек». Стоит отметить, планируют поддержать 12 проектов. Победителей определят в июле. В это же время предпринимателям, выигравшим грант, переведут на счет деньги. Азамат Айтхалин, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Спонсор бизнес-новостей – магазин сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех». Всегда выгодно и комфортно. Внимание! В период с 1 по 21 июня в магазине сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех» действует беспроцентная рассрочка на 24 месяца. Большой выбор продукции по выгодным ценам. Ультрамодная и стильная линейка мебели для ванной. Надежные и современные смесители нового поколения. Унитазы, ванны, джакузи различных форм и размеров от лучших мировых производителей. Широкий модельный ряд современных душевых кабин и комплектующих, а также водонагреватели
радиаторы отопления, система «Теплый пол». Здесь же вы найдете электрические и твердотопливные котлы длительного горения. Кроме этого, в ассортименте магазина «Керемет Сантех» представлены банные печи, дымоходы, мангалы и многое другое. Делайте покупки с выгодой. Ждем вас по адресу улица Циолковского, 24. Магазин сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех».